Здравствуйте, дорогие друзья! Мы никак не можем уехать из гостей. Мы вновь встречаемся с Сергеем. Не так давно на нашем канале был ролик, в котором мы делились опытом эксплуатации печи Гуча Лава. И выясняется, что у Сергея есть еще одно чугунное изделие, но на сей раз компания Везувий. Это банная печь Везувий, конвекционная банная печь, опять же, с дымоходом УМК. Ну и сейчас мы Сергея попросим поделиться своими впечатлением пользования. Сколько лет уже получается? Получается, уже 4 года эксплуатируем. 4 года с мая по сентябрь живем на даче и баню топим практически через день. Вот уже 4 года. Внешний вид, прошу, как у новой, в принципе. Здесь ничего такого, она как недлительного горения, обычная печка. Для бани здесь поддувало, чтобы стекло не запотевало, и зольничек. Зольничек достаточно игрушечный, хватает на одну-две топки. Ну да, с Гучей Лавой не сравнить. Да. Ну стекло чистое, я смотрю, ты следишь за ним, либо же просто... Стекло чищу сам, да, то есть золой очень хорошо чистится эти, потому что топка поглубже находится, и все равно маленько здесь, короче, закапчивается она. Угу. Поэтому... каждый раз перед топкой стекло чищу. Угу. Пойдем пройдем в парную. Ага, все по классике. Проходим через помывочное отделение. Здесь на стене выносной бак. Все по правилам установлено. Сейчас посмотрим, что внутри парной. Ага. Везувий. Конвекционная печка. На выход дымохода сразу установлен теплообменник. А почему, кстати, ты пришел вот к этому решению? Не бак для воды, а именно теплообменник. И вынес его в комнату помывочную. Я не помню, но почему-то была такая задача. Если бак здесь, то надо кранчик все равно в мойку вносить. И частенько... как бы топ, ну, вот когда друзья приезжают, то есть баня там топится 5-7 часов, паримся без перерыва. Ну да, и, то есть чтобы не закипела вода. Закипает, угу. Да, здесь тогда уже эта влажность высокая. Там, ну, бывает, бак закипает тоже, помывочный бак закипает, ну, как выходим, либо кипит в помывочной влажность высокая, в парилке нормально, либо холодной воды туда докидываем. Угу. Ну, как-то я не знаю, жена у меня париться не любит, ей парилка ни к чему, сюда не помню, что это, но я почему-то именно мне нужно. Но в любом случае ты не жалеешь о своем выборе. Слушай, расскажи, а в каком режиме-то печь работает? Вот ты говоришь, с ребенком ходите. Ребенок-то у тебя любит с папой ходить в баню? В парилочку зайти, у него главная фишка. Сынок париться, пойду. Парилка только зайдет, папа, давай пшикнем на камушки, вот, пшикнем, поддадим, он, все, я напарился, пошли в ванночку плескаться в мойке. Вот, поэтому ему главное, чтобы попшикать на камушки. Слушай, ну парная небольшая, размером где-то 2,20, высота тоже, наверное, за 2 метра слегка, и ширина где-то 1,70-1,80 м. Вот да. Печь конвекционная, я так понимаю, она довольно быстро прогревает помещение. А до какой температуры ты нагреваешь его? Обычно 80-90, уже спокойно, комфортно парится. 80-90. Если летом топим, то за час, в принципе, в бане готово. Ну, зимой, конечно. Ну, сейчас вот, когда вечером топить сегодня буду, получается, на улице там 0 плюс 5, ну, часа через 2 в баню пойду. Зимой, конечно, там, когда минусовая, надо топить 3-4 часа, а то и 5, чтобы, если хорошенько пропариться, вот. Ну, а летом обычно час, пару кладок дров, и все, и в парилке плюс 80. Слушай, ну, здесь, в принципе, дымоход, несмотря на то, что стоит 4 года, и летняя, практически каждодневная эксплуатация, да. Что вы же здесь живете с семьей, да? Да. Вот, и, в принципе, я так понимаю, еще послужит. Прям послужит. Еще послужит. Ну вот так, друзья, за одну поездку убили двух зайцев, познакомились с печью Гуча Лава, заново познакомились, узнали особенности ее эксплуатации, ну и побывали в бане. Так что, дорогие друзья, за печами чугунными, банными печами на сайт farnax.ru и магазины сети Farnax, адреса есть там же на сайте, обязательно заглядывайте к нам в социальные сети,
Ну, а мы поскорее с вами прощаемся, потому что мы сейчас с Сергеем пойдем в баню. До новых встреч. Счастливо. Счастливо.